построить храм было несложно. Главное помолиться, подержать немножко пост и выйти и сделать. Все будет Божьим благословением. Присутствует божественный дух какой-то божественный. Я в него заходил, и я помолился. Мне было очень интересно в нем. Классно все было. В эту часовню сейчас ходят и жители, и школа. Конечно, она временная, но я считаю, как и многие наши жители, что нам очень нужна церковь, чтобы можно было куда-то прийти, помолиться. И эта церковь очень много дает для наших сердец, для наших душ.